Доверие к выборам разрушено. Именно такого результата, судя по всему, добивается партия власти. Центральная избирательная комиссия и Единая Россия уничтожают последний рубеж контроля за честностью выборов. Членов участковых избирательных комиссий от КПРФ. Возможности проконтролировать ход выборов все меньше и меньше. В прошлом году ЦИК отменил должности членов участковых и территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Это постановление лишило оппозиционные партии возможности оперативно направить своего представителя на избирательный участок. Из недавних нововведений – сокращение полномочий доверенных лиц, ограничение на передвижение наблюдателей по помещению для голосования и осложнение работы СМИ. Теперь недобросовестным членам избирательных комиссий стало гораздо легче спрятать любые махинации от глаз наблюдателей или журналистов. Единственные люди, которые могли бы контролировать ход выборов и не допускать нарушений – члены избирательных комиссий с правом решающего голоса. Но и здесь власть нашла лазейку. Теперь под предлогом сокращения численности комиссий и рейтингового голосования коммунистов лишают мест в избирательных комиссиях. Так, к примеру, в Нововаршавском районе 34 избирательных участка, и только на 12 из них остались представители КПРФ. Этим фактом уже занимается юридическая служба ЦК партии. В Омском обкоме уверены, это безобразие нельзя оставлять без внимания. Мы понимаем, как формируются на сегодня УИКи. Там фактически две силы. Есть КПРФ, в лице своего члена комиссии с правом решающего голоса. А все остальное – это Единая Россия, потому что подбирает так называемые членов комиссии по месту жительства УИК и ТИК, соответственно, партия власти, Единая Россия, понятно, но и ЛДПР, Справедливая Россия, новые люди. И коммунисты России тоже формируют администрация соответствующего района или администрация соответствующего поселения. Но вообще это полное безобразие. От этого во многом страдает и явка на избирательные участки.